Ислам. Dos. Говорите потише. Разговаривайте уважительно. Я имею в виду голос. То, как вы говорите с людьми. Говорите спокойно, хорошо. Знаете, когда мы дома... Когда-то я жил в одной стране. И у меня были соседи, которые здоровались громко. Когда я только переехал, я думал, что они ссорятся, и пошел к ним выяснить, в чем дело. Я сказал: «Извини, брат, у вас все в порядке?» Он спросил: «А что случилось?» Я сказал: «Надеюсь, что у вас все в порядке?» «Что ты имеешь в виду?» Я спросил: «Вы разве не ссоритесь?» «Нет-нет, мы просто общаемся, разговариваем, просто шутим». «Как дела?» «Так вы общаетесь? Успокойтесь. Хотите спросить, как мои дела? Не кричите. Я напугал вас? Вы в шоке?» «Да ладно, я просто спросил, как дела. Никто из вас не ответил. Вы заметили это?» «Почему?» «Потому что так не разговаривают. Аллах велик. Успокойтесь, расслабьтесь. Ну что, взбодрились? Можем продлить лекцию на час, иншаллах. Успокойтесь, не волнуйтесь. Говорите тише. Хотите говорить? Не кричите, не орите. Аллах велик. Это напоминает мне пожилых людей. Знаете, раньше, звоня за границу, телефон был близко, так? Алло! Успокойся, они тебя слышат. Нет, звонят из Англии. Как вы там? Слышите меня? Успокойся. Или еще один шутник, стоя на крыше здания, смотрит в бинокль. «Эй, вы меня видите? Привет». Он думает, что они рядом, субханаллах. Есть такие люди. Нужно просто успокоиться. Говорите так, как нужно. Когда пророк разговаривал, ему никогда не говорили «говори громче», и никогда не говорили «ты говоришь слишком громко». У него был безупречный тон. Для одного человека было достаточно. Для двоих – двоим. 20-30, он говорил громче, как необходимо. Давайте учиться. Это сунна пророка. Регулируй свой голос по количеству людей, с кем ты говоришь. Говоря с одним человеком, весь зал не должен слышать, о чем вы говорите. Субханаллах. Ислам. Dose.